Всем привет, мои дорогие друзья. Мы продолжаем, собственно, играть в... продолжаем играть в дополнение Far Cry 5. У нас на очереди сейчас будет дополнение, пожалуй, сейчас я день лютых зомби пройду, а потом темное время. Потому что пленник Марса и день лютых зомби — это как бы такие... Ну, что-то новенькое, а темное время — это такое, можно сказать, даже ближе так к оригиналу, просто в Вьетнаме. День лютых зомби и пленник Марса, который мы проходили, это что-то новенькое. Поэтому я уже что-то играл. Это, кстати, не первый дубль этой записи. Я играл один сценарий, прошел просто вне записи, посмотреть еще, что это такое. Но я этот сценарий пройду и, как бы сказать, вместе с вами, чтобы... Благо, тут так можно сделать. Вот, видите? Прошел только один сценарий. А тут их раз, два, три... Ой. Раз, два, три, четыре... Пять, шесть, семь сценариев. Давайте начнем. Одиночная игра, все. Что так долго грузимся? По-моему, первый раз она быстрее загрузилась, чем сейчас. У меня есть для тебя сценарий. Это чистое золото. Это как возвращение живых мертвецов вместе с мостами округа Мэдисон. Но круче. Закрой глаза и представь. Сверхсекретный военный самолет со сверхсекретным грузом взрывается в небе нахер из-за неисправности двигателя. Обломки падают на пшеничные поля в какой-то адской глуши. Что за сверхсекретный груз? Мертвые солдаты, обращенные в зомби-суперсолдат. Этот взрыв будет миссис Фермер, и она такая... О, дорогой, что это? Сходи-ка проверь! Уже иду! Но это так себе идея, ведь наши зомби-суперсолдаты готовы к войне! А-а-а! Зомби на моем сраном поле! И лишь этот фермер способен предотвратить... Всемирный! Зомби! Апокалипсис! Беги! Я с ними разберусь! Так, тут надо сейчас нам уничтожать эти генераторы. Средняя Америка, зомби на пороге. Я надеюсь, сейчас все нормально будет. Уничтожить загадочные контейнеры. Назовем их мутаторы. Ну да, мутаторы. Их туманная ночь и... Нет, ясная ночь. Блики выглядят очень стильно. Так. Мне нравится. Вот. Все сразу узнают твой уникальный почерк. Все нормально. В этих мутаторах будут стеклянные капсулы с зомби-слизью. И только представь, как они разлетаются от выстрелов. Ха-ха-ха! Это же просто охеренно! Кто разлетается? Нифига они там, блин, не разлетаются. Так, где там?
Ё-моё! Капец, конечно. Ну тут да, тут... Дальше. Наш герой у горящих обломков. Что же это? Это зомби! Череп раскроен, мозги наружу! Всюду ядовитая слизь! Мерзость. Рассказать, что происходит, когда герой стреляет им в голову? Не, спасибо. Ой, ё-моё. Так. Сколько осталось? Еще двое? Две, по-моему. У них даже один, по-моему. Нет. А вот тут еще какой-то есть, что ли? А, да, две. А среди леса загадочная слизь воскрешает мертвых собак. Нет, зрители не любят мертвых собак. Что, собаки? Я имел в виду зомби-волков. Есть. Так, идем дальше. Сейчас восстановимся. Тут что-то, тут это. Тут, кстати, по-моему, быстрее жизнь восстанавливается, чем в этом. Клинике Марса. А, нет, тут еще, по-моему, один, да? Тут их, в принципе, не так много. Тебе зомби, и тебе зомби, и вот тебе зомби, все получат зомби! Ага. А, да, помещение. Ой, или где? Короче, не важно. Ой! Уходи. Тебя чё? Особое приглашение на что? Ё-моё, берегись! А, они подыхают, когда генератор... этот... мутатор, короче. Уничтожается, окей. Так. Идем дальше. Идите в жадницу. Так, мне еще этот надо уничтожить.
Герой подходит к сараю, где его ждет еще больше зомби! Нам нужны взрывы. Это не просто сарай. В нем хранят бензин. Такая поп-культурность пойдет фильму на пользу! Лечись. Взорви! Да блин! Всё. Это, конечно, не пришлось. Фух. Что-то такое ты уже делал для ТВ. Ну, представь, что это то же самое, но лучше. Я за это получал награды. Но чаще не получал. Хм, знаешь что, я откажусь. Идея у тебя примитивная. А я снимаю только фильмы с изюминкой. Да что ты! Грёбаному сценарию конец. Так. Дальше. Ну что, теперь можно ко второму сценарию переходить, который я уже не играл. Сейчас посмотрим, что там. Так, одиночная игра. Я фанат твоих военных фильмов с глубокими героями. Спасибо. Сними нечто столь сильное, что зрителей накроет ПТСР. Это будет лучшая из всех презентаций, которые когда-либо делали в лифте. Только представь. Элитный отряд спецназа. Они жгут ходячих мертвецов на разрушенном мосту. Бойцы совсем одни, кругом вода, но им плевать. Потому что они лучшие. Да! Мы тащим! Жрите дерьмо! Зомбайды! Та-та-та-та-та! Убивать зомби? Да сколько угодно! Была бы поддержка! Но иногда поддержка косячит! Упс! Ребята, вы промазали! Отправлю своих бойцов вперед! Без патронов никак! Что делать, когда патронов нет? Задача меняется! Уничтожение на выживание! Выживание! Это наш единственный шанс! Война против врага, который уже мертв. Довольно занятно. Героиня должна забрать боеприпасы. Или отряд погибнет, так. И все станут зомби. Ладно, понимаю. Чё? Доберитесь до грёбаного оружия. Угу. Если бы 405 и 101 трассы перепихнулись, у них родился бы этот мост. Все стоит намертво. До грёбаного оружия доберитесь, ага. Героиня прям так и пишут. Напарника, рядом лежит крутое оружие. Акцент не на павшем товарище, а на оружие. Она знала, что этот парень сдохнет первым. Ну. А тут же огонь. Нет, тут огонь, тут пройти нельзя.
серьезно. Сходить. Оба-на. Итак, героиня нашла источник инфекции. Рядом нет людей, так? Никаких диалогов. Ё-моё. В смысле, просто резня? А как же мутаторы? Слизь? Реки крови? Кстати, крови это практически даже нету, можно сказать. Слишком много. Так, ладно. Сейчас. Чё? Героиня должна забрать боеприпасы. Или отряд погиб. Тут что, настолько короткие эти... Понимаю. Как сказать, сценарий, что они начинают сначала и надо их за один заход пройти. Ну ладно, если буду знать. Если бы 405 и 101 трассы перепихнулись, у них родился бы этот мост. Все стоит намертво. Да блин, ты что делаешь-то? Итак,
Героиня нашла источник инфекции. Подожди, а где оружие? Ё-моё. Просто резня зомби. В смысле, просто резня? А как же мутаторы? Слизь? Реки крови? Подожди, надо оружие взять сначала. Герой не подходит к трупу напарника, рядом лежит крутое оружие. Акцент не на павшем товарище, а на оружие. Она знала, что этот парень сдохнет первым. Блин! Вы что тут смотрите? Сколько здесь? Полегче! С ума сошли, что ли? Блин, сейчас убьют! Так, подожди. Это откуда у меня оружие вообще? Ты что, издеваешься, что ли? Как закрыть этот генератор? Подожди. Ты не застревай! А, там... Блин, там еще один был. Ай, ладно. Фиг с тобой. Нет, вы видели? Сколько их там было? Охереть просто. Героиня должна забрать боеприпасы. Или отряд погибнет, и все станут зомби. Ладно, понимаю. Если бы 405 и 101 трассы перепихнулись, у них родился бы этот мост. Все стоит намертво. Герой не подходит к трупу напарника, рядом лежит крутое оружие. Акцент не на павшем товарище, а на оружие. Ха-ха-ха, она знала, что этот парень сдохнет первым. Подожди, где это?
ты что делаешь-то? Он сам вышел к ним. Идиот, что ли? Так, подождите, подождите. Полихай. Так. Где этот козёл? Он сам вышел к ним сейчас. Давайте, подождём, пока восстановится. У меня 3 аптечки. И пошли вырезать этот генератор. Так. Итак, героиня нашла источник инфекции. Рядом нет людей, так никаких вырезанных. Просто резня зомби. В смысле, просто резня? А как же мутаторы? Слизь? Реки крови? Черт. Пипец, конечно. Я не могу так отстреливаться и... Их еще там... Ой, блин! Ты что делаешь-то? Ты что, не вылечился-то, я не понял? Так, ладно. Нет, он не вылечился. Просто-напросто. Героиня должна забрать боеприпасы. Или отряд погибнет, и все станут зомби. Ладно, понимаю. Если бы 405 и 101 трассы перепихнулись, у них родился бы этот мост. Все стоит намертво. Что делает? Героиня подходит к трупу напарника, рядом лежит крутое оружие. Акцент не на павшем товарище, а на оружие. Она знала, что этот парень сдохнет первым. Нашла источник инфекции. Рядом нет людей, так? Никаких диалогов. Просто резня зомби. В смысле просто резня? А как же мутаторы? Слизь? Реки крови? Пипец. Один, кажется, я закрыл. Так. Да ё-моё!
закрыт. Этот. О. В бензовозе пробоина, и теперь вся дорога в огне. Что это значит для героини? Огонь олицетворяет проблемы с гневом. Она не умеет управлять им. Ладно. Опрокинутый поезд? Погоди-ка. Сраный опрокинутый бензовоз! От взрыва все вокруг обгадятся! Не понял. Что делаешь-то? Ну, ты чё, давай, ё-моё, чёрт. Ну, прыгай давай. Я серьезно говорю. Я что, неясно выразился, что ли? Прыгай давай. Ну? Или мне, по-вашему, не туда? Мне туда вообще-то надо. Ой. Нет, отсюда я пришел. Сюда мне не надо. Точно. Я серьезно, блин. Ты что делаешь-то? Куда идти-то? Прикалываешься надо мной?
Чё туда не прыгаешь-то? Да вон там проход же. Издеваетесь. А можно как-то раскрыть главную героиню? Да, она умеет все взрывать. Героине нужно спуститься. Если представить сюжет в виде графика, это было бы низшей точкой фильма и... моста! И моей карьеры. Что ты сказал? Теперь героиня понимает, что ей некуда идти. Буквально. Как насчет внутреннего монолога? Об отчаянии, потерях? Да ну! Она просто использует кошку! Кошка. Так. Героиня видит здоровую клетку. Кто был внутри? Может, клетка напомнит ей о времени, проведенном в плену? Точно! А зомби олицетворяют людей, погибших у нее на глазах. Интересно. Чуть не дохнешь. Да ё-моё! Ещё убейте давайте меня здесь. Хорошо. Так. Что такое уже долгий сценарий, я бы сказал. Она кишит пирующими зомби. Что ты хочешь этим сказать по поводу бездомных? У меня еще патроны кончаются, вообще круто. Рискованно с твоей стороны. Слушай, меня правда волнует эта проблема. Я хочу, чтобы у каждого человека был свой дом и целая полка дисков с моими фильмами. Черт. Патронов нету, ё-моё. Героиня добирается до боеприпасов и берет новую пушку. Нужны характеры? А как насчет адского зомби-яти? Бах! Сюжетный твист! Вот так! Ё-моё! Ты чё, Кинг-Конг из...
Марса, только в виде зомби. Все, я типа жарился. Клево, да? Фильм кончается схваткой с монстром? Нет, героиня видит выход. Что-что? Еще зомби? Отлично! Блин, а? Блин, нет! Лечись, придурок! Что, убейте, давайте меня здесь. Итак, героиня видит блокпост. Это конец! Или нет? Но что ждет нашу героиню в конце? Вдруг
боевой солдат, который принимает ее за зомби. Хедшот! Титры! Пожалуй, я пас. Динамично, но герои почти не развиваются. Кстати говоря, будем развивать наше сотрудничество? Кстати говоря, убирайся отсюда, наконец. Давайте еще один сценарий пройдем и закончим. Все-таки я не буду тут сразу все проходить, потому что так неинтересно будет. Ты лучший режиссер девчачьего кино в Голливуде. Я считаю это романтическим эпосом. Но нужно разнообразие. У меня есть эпическая, сверхъестественная любовная история. Только представь. Берем Ромео и Джульетту и селим их в мир, заполоненный зомби. С заявкой на оригинальность. Банда Ромео на него зла и хватает его. Его кладут в гроб. Его похоронят заживо, но не за то, что перепихнулся с врагом, а за то, что влюбился. Ромео превратится в зомби-импотента. Самая страшная кара. А Джульетта? О, нахер все это дерьмо! Отмщу я всякому, кто встанет между Ромео и чреслами моими. Джульетте надо пробраться через кладбище. Потому что Ромео похоронила заживо его же банда, я понял. Так. Тащите свою заявку в церковь. Все выдает. На охеренно стрёмном кладбище. Естественные любовные истории, такой бред. Да нет же! Тут голодные зомби пытаются сожрать Джульетту. Туда притащу свою задницу, если все закрыто. Кладбище как раз подойдет для моего камео в стиле Хичкока. Я буду статуей. Недороговато ли? Разве искусство не бесценно? Руками и брызгают ядом, прямо как мой агент. Какие громилы еще. Ой-ё. Так, нет, надо бежать. Видим мутаторы. Злая корпорация создала слизь. Ё-моё. Как тебе такое? Как по мне, вся эта мишура отвлекает от простой истории двух людей. Ты что, прикалываетесь, что ли? Больше вопряковости фильма влюблённых, что вместе... У меня всего две аптечки, они тут мутаторы понасовывали. Thank you.
пошли вы. Ты чё, я тут сейчас так и не выдержу. Тут выдержать невозможно, смотрите, что делается. Нет, вы видели это? Какие к черту мутаторы? Когда тут... Ну ладно, сейчас тогда я всех просто в зоне буду валить. Короче, Джульетте надо пробраться через кладбище. Потому что Ромео похоронила заживо его же банда, я понял. Все происходит на охеренно стрёмном кладбище. Все эти сверхъестественные любовные истории, такой бред. Да нет же! Тут голодные зомби пытаются сожрать Джульетту. А можно что-нибудь найти здесь? Дополнительная аптечка, например. Джульетта идет к склепу, он соединен с канализацией. А при чем тут вообще Ромео и Джульетта? Это важно, да. Это их романтическое убежище. Они там иногда чпокаются. Ну так, по-быстрому. Ну как, отражает характер? Оазис посреди хаоса. Понимаю. Дурак, что ли? Да блин, харе падать уже задолбало. Ёшкин кот.
кладбище как раз подойдет для моего камео в стиле Хичкока. Я буду статуей. Недороговато ли? Разве искусство не бесценно? Нет, только не эту, пожалуйста. Ё-моё! Задолбало. Так, где это? На тебе. Как-то кокнуть тут. Как? Будешь это? А, нет! Я же не знал, что он взрывается. Фух. Не сдох. Так. Видим мутаторы. Злая корпорация создала слизь, воскрешающую мертвых. Как тебе такое? Как по мне, вся эта мишура отвлекает от простой истории двух людей. Добавим больше вопряковости в фильм о влюбленных, что вместе вопреки всему. Пипец, конечно. Смотрите, что. Вы видите это? Смотрите. Просто не выдержу тут, ты чё?
Ё-моё! Капец. 10 патронов. Ну вы чё, с ума сошли, что ли? Да вы обнаглели, что ли? Капец. Ну какие 10 патронов, ёшкин кот? Какие 7? Эти патроны заем. Пипец. Ну одна аптечка, вы чё? Одна аптечка и 10 там. Сколько там патронов? Я не выдержу. Тут их зомбарей еще куча. Во-первых. Надо что-нибудь поискать, что ли? Потому что реально. Ё-моё! Не, ну смотрите, что делается. Полная труба. Патронов нет. Как я должен стрелять? Тогда дайте. Блин, я сейчас эту игру просто запульну. Эй! Ты застревай, ты идиот! Беги давай. Джульетта вспоминает, что спрятала рядом памятную вещь. Достать ее помогает кошка. Кошка? Почему? Потому что с кошкой все выглядит круче, а? Вот другое дело. Так, где этот генератор? Туда, придурок ты, блин, туда беги. Не туда, туда. Где, туда, куда? Сюда, блин, ёшкин кот. Я уже заговариваюсь. Просто не хочу тратить на этих идиотов патроны, потому что, ну, как бы, может не хватит. Беги!
Беги быстрее. Куда? Туда. Куда? Туда. Быстрее. Блин, тушкин кот. Да твою... Нафиг аптечку использовал. А почему у меня 7-то опять? Так. Так вот. Ага. Иди ты нафиг. Единственное, что разделяет влюбленных, это церковь. Я знаю. Суперсилы Неужели? Помогут Джульетте залезть на нее. Неплохая идея, но не будем терять связь с реальностью. Она заберется по лесам. Какие нафиг суперсилы еще? Чего тут напридумывали? Какие суперсилы еще, блин? А как? Кошку, что ли, использовать надо? А где ее использовать? И нафига мне на нее залезать, когда можно просто туда войти? Можно было, точнее, если бы разработчики это предусмотрели. Джульетта видит гроб Ромео и банду, закапывающую его. Она должна всех перебить? Именно! Мы определенно на одной волне, дружище! Ну что, издеваетесь? Ищу каждый угол, клянусь!
стоять. Чё ты сел? Сюда иди, ты чё? Куда ты там побрёл? Чё, издеваетесь, что ли? Что, но я не собираюсь там прыгать, потому что я могу разбиться там. Член банды такой: я ща убью героя. Спасает Ромео от участи, что хуже нет жизни. Она открывает гроб и... Бах! М. Найт Шьямалан, детка! Ромео — микс из всех монстров, которых только можно придумать. Страшный, как вся моя жизнь, но любовь побеждает все. Сюжет из головы престарелой девственницы. Эй! Я, конечно, не идеал, но уж точно не девственник. И не престарелый. Просто не нюхаю ботокс каждый день. О, смотри, а вот и охрана. Ха, я и так собирался уходить, говнюк. Фу. Ну, пожалуй, давайте посмотрим просто, что тут будет. И закончим. А может и пройдем, я не знаю. Просто я боюсь, что мне места там не хватит. Давайте посмотрим просто. А чё это? Чё ты опять? Эй! Блин. В общем, короче, по поводу не получится нам посмотреть это всё. Тогда давайте. Всем пока. Что-то FPS встал. Конкретно. Ну ладно. Давайте. Всем пока тогда. В следующей серии все посмотрим.